А почему нет там банана? Я бы сейчас съел. Я его съел. Что это? Розовый! Ты серьезно? Ну где же эти ингредиенты для слайма? Слайм! Не, это не то. Что там происходит, папа? Мне даже в голову не приходит. Где мои ингредиенты? Ой-ой-ой. И что здесь происходит? Так, мальчики, что вы стоите? Лучше помогите мне найти ингредиенты для слайма. Аминка, вообще-то все ингредиенты для слайма у нас. Как у вас? Я его, вообще-то, с самого утра ищу. Аминка, вообще-то, я придумал крутой челлендж. И для этого мне понадобились ингредиенты для слайма. Челлендж, я с вами. Папа, что это за коробка? Что там внутри? Внутри Аминкина рука. Короче, ребята, сейчас мы устроим с вами челлендж. Вы хотите сделать слайм? Да! Но слайм мы будем делать следующим образом. Вы будете угадывать ингредиенты, и у кого-то в реальности получится слайм, а у кого-то получится, я не знаю что, какая-то каша-малаша. Да-да-да. Так, сейчас мы по очереди будем прятать в эту коробочку ингредиенты, и вы будете по очереди засовывать ручки и выбирать ингредиенты. Но для начала будет у нас сейчас разминочка. Закрываем глаза. Закрываем. Так. На раз, два, три засовываем ручку и угадываем. Раз, два, три. Поехали. Опа. Что-то съедобное? Банан. Банановая шкурка. Молодец. Да, это банановая шкурка. Молодец. А почему нет там банана? Я бы сейчас съел. Я его съел. Так, ну что, наш челлендж начинается. Аминка, закрывай глаза. Камильчик, закрывай глаза. Я стала собачкой фиолетовой. У нас первый раунд. Поехали. Все, давайте, ребят, выбирайте. Первая Аминка. Лёски большие. Эй, ой, это не коробка. Ну, ты какой выбираешь? Я вот этот. Вот этот крайний? Да. Давай, Камиль. Все, открывайте глаза. Аминка, у тебя белый получится. У меня белый глаз. У тебя прозрачный слайм. То есть, возможно, у тебя в конце получится прозрачный слайм. Заливаю клей. Я, наверное, чуть-чуть добавлю. Я как раз хотела прозрачный слайм. Давай, заливай, Камильчик. Итак, раунд номер два. Смотри. Здесь же, да? Да. Правильно? Так. Можно пощупать здесь, да? Конечно. Так. Это что-то странное. Ну, это, скорее всего, блестки. А вот это вот я пока что не понимаю, что это. Ну, выбирай что-то одно. Ну, давай-ка вот это вот. Все. Открываем глаза. Да. Ты выбрал себе клей. Я же сказала, что это практически блестки. Я добавляю клей с глиттером. Оп. Оп. Вау, как у тебя красиво. А у меня будет слайм звездный. Ну, ребята, раунд третий. И сейчас будет. На самом деле прикольно. Сейчас посмотрим на реакцию. Аминка, твоя очередь. Щупай. Давай. Засовывай. Шарики! Что это там? Ой, что это такое слизкое? Так, ну что? Да, все верно. Что выбираешь? Вот это. Пенопластовые шарики? Да. Окей. Красиво.
Они сейчас, наверное, сразу потонут. Ага. За счет тяжести. Раунд номер 4. И вас ждут сейчас прикольные штучки. Так, это, скорее всего, какие-то блестки. Да, это блестки. Может, пластилин? А я выбираю уже... все-таки вот это вот. Ага. Да. Камиль выбрал себе блёсток. Фиолетовый? Да. Аминка, у тебя черный пластилин. Я добавлю чуточку. Чуточку. Итак, раунд номер 5. Ребята, вы готовы? Да. Сейчас будут прикольные штучки. Первая выбирает Аминка. Выбирай. Я выбираю вот этот пакетик. Ты два пакета взяла. Вот этот пакетик. Ага. Я выберу вот этот вот. Ты два пакета взял. Да? Один, да. Вот эти вот. Давай, один. У тебя уже посыпался пакет. Открываем глаза и что у тебя? Чуваки! Что это? А у меня вот такие штучки. Я добавляю Фуам Чанс. А у меня шарик челка. Подпишись на канал. Пинг. Раунд номер 6. Сейчас будет что-то вкусненькое. Да? Да, 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 да. Давай, каменчик. А я там не вмажусь. Слайм. Может. Вау. Вау. Вау, вау, вау. Это что? Давай-ка я возьму. Давай вот этот. Этот? Да. Ну, тоже прикольно. Анинка, ты пока не открывай. Не открывай глаза. Что это? Что это? Розовый? Ты серьезно? Да, да, да. Арбузовый ароматизатор. Понюхай, как он классно пахнет. А у меня здесь есть ароматизатор? Нет, у тебя краска только. Добавляю розовую брутальную краску. Слушай, Камиль, что тебе не нравится? Пожалуйста! Раз, два, три! Ребята, готовы? Да! Да. Раунд номер 7! Погнали! Брутальный раунд! Ага! Я выберу вот этот пакетик. А мне можно? Что у тебя попалось? Я хотела вот это вот! Покажи, что у тебя? Вау! Сердечки! О, брутальные сердечки! Папа, папа! Я добавляю сердечки. Так. Я добавляю вот такие вот блесточки. Я все добавлю. Вау! Раунд номер 8. И сейчас у нас выбирает первым каминчик. Так. А, краска, я вас знаю, ага. Так, о, а это что-то новенькое. Да, я возьму это. Так, Аминка, что это? Снег. Снег для слайма? Да. Аминка, а у тебя что? Я вот это выберу. И? Что у тебя? Вау, красительный ранчик! Сейчас сделаем мой слайм снежным. Наконец-то у меня появилась краска. Ну что, ребята, раунд номер 9. Готовы? Да. Закрываем глаза. И ждет вас очень интересненькая штучка. Давай, Аминка, выбирай. Я выбираю рядом со мной. Пока какой-то. Не открывай глаза, Камиль, выбирай. Открывайте, все. Смотрите. Пенка. Пенка. Мой самый любимый момент. Так. Ничего себе! Башня! Ну что, я добавляю свою пенку. Ого, ничего себе! А что оно такое странное? Это у тебя гель. Леди и джентльмены! Итак, 10-й раунд. Самый главный, самый завершающий. И от этого раунда зависит, получится у кого-то из вас слайм или нет. Хотите узнать почему? Почему? Потому что сейчас будет 2 флакона. В одном флаконе будет реальный загуститель, а в другом флаконе будет вода. Они все одинаковые, да? Они абсолютно одинаковые, только внутри наполнение разное. Я все-таки выберу вот этот. Ну давай. Добавляй, нажимай, ага. Ой, у меня вода. О, зато у меня снег. Слушай, мне кажется, тебе наоборот плюс, что у тебя вода. Смотри, у тебя происходит химическая реакция. Ну что, мы добавили загуститель, и сейчас мы реально узнаем, у кого была вода, у кого загуститель. Давайте, смешиваем.
Смотрим, что получится. Ну, если что, то... У меня загуситель, походу. Да? Да. Да, он мешается. У меня? Каша. А у меня розовая кашка. Да, у меня получается. Реально, Миска? Ну что, подводим итоги. Как вы видите, у Аминки получился слайм, а значит активатор попался ей. Ну и Каминчик хочет похвастаться своим брутальным слаймом. Видите, это все снег. А ну-ка дайте мне попробовать. Вау, ой, фу, не, лучше я буду свой трогать. В этом челлендже побеждает миссис Аминка! Ну а если вы хотите увидеть продолжение, то поставьте под этим видео 50 тысяч лайков. И тогда я точно сделаю себе крутой, брутальный слайм. Не такой, как этот. Ребята, подписывайтесь на наш канал, TikTok, Like и Instagram. И всем пока!